Участниками акции «Крылья ангела» стали ученики Адлерской художественной школы. Ребята рисовали своего ангела-хранителя, который олицетворяет доброту, любовь и заботу, так же, как и мама. Поэтому на рисунках мамы с крыльями и без, но в каждой работе образ один – оберегающая своего ребенка мама. Акция проходила в два этапа – работа над рисунками и выставка. На нее пригласили одного из инициаторов акции – депутата городского собрания Сочи Анжелу Селюкову. Она приняла участие в награждении победителей и вручила ценные для художников подарки – сертификаты на приобретение принадлежностей для рисования. Для каждого ребенка, мне кажется, это просто самое громкое слово, самое важное слово, самое вкусное слово, звучное слово. Я сама мама, и поэтому каждый раз меня переполняют эмоции. С праздником! Я обучалась в этой школе, посещала практически все секции в Доме пионеров, и художественную школу, и музыкальную школу. Я была с детства активной барышней, поэтому для меня все вот дошкольные учреждения, они для меня знакомы, поэтому я стараюсь поддерживать, потому что я тот депутат, который вырос в этом районе, живу в этом районе. Основная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам материнства и детства, повысить общественный статус многодетных семей. Ну а самим детям предоставилась возможность не только признаться в любви маме, но и показать свой талант. В итоге из 200 работ выбрали 8 победителей. У нас очень много рисующих детей и много многодетных семей, более 100 человек детей у нас из многодетных семей. Как всегда, художники отбирают работу, чтобы это было интересное решение, эмоциональная, выразительная работа, конечно. Это в первую очередь. Мамы у них похожи на мам. Вот неуловимым, таким необъяснимым каким-то чутьем они улавливают вот эту похожесть. Работу Майи Стоминой можно было и не подписывать, шутят члены жюри. Портрет не просто трогательный, но и узнаваемый. Я хотела запросить очень красивую и добрую маму. Я работала аккуратно и подбирала только самые лучшие и красивые цвета для мамы. Я была удивлена, мне очень понравилось. Прям неожиданный такой был подарок к празднику. Удивлена, такой сюрприз, подарки приятные. Мы рады. Нам на перемене сказали закрыть глаза и подумать, как вы хотите представить маму, как вы хотите, какие действия изобразить. Я представила то, что мы летим в облаках, и мне мама дает книжку про добро. В доме всегда у нас присутствует слово «спасибо» мы не знаем. Мы всегда говорим друг другу слово «благодарю». Поэтому добро в нашей семье всегда есть и будет. Очень приятное ощущение, торжественное такое чувство. И ребенок первый раз победил. Мы очень рады. Ура! Мама, когда дождь начался, она взяла зонтик, и мы пошли с собачкой на улицу гулять. Я вспомнила этот день и нарисовала его. Гордость. Надеемся, что дальше только одни победы. А мы вообще не ожидали, честно говоря. Тут у нас и торт, да, и сертификат нам подарили. Так что, конечно, очень приятно. Рисовать крылья ангела в День матери в Сочи станет традицией. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.